Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Трудов Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube-канал. И сегодня мы будем делать офигенный орехово-шоколадный ликер из вот этой вот всеми любимой шоколадной пасты Nutella. Еще этот ликер называют Nutellina, поэтому мы так его и будем называть. Для него потребуется банка Nutella, пол-литра молока, если быть точным, здесь 450 грамм, и 0,75. Здесь у меня разбавленный спирт, ректификат. Можно взять самогон, желательно очищенный хорошо. Можно взять водку, но лучше всего, конечно же, брать ректифицированный спирт. А если вы прям хотите полностью отпадного суперского вкуса, то возьмите белый ром. Из всех этих ингредиентов получится 1,5 литра орехово-шоколадного ликера вкуснейшего. Еще фишка этого ликера в том, что он готовится очень быстро, буквально через несколько часов вы уже сможете его попробовать. Конечно же, желательно, чтобы он немного отстоялся, но если вдруг ситуация такая, что не терпит, скажем так, отдыха напитка, тогда через несколько часов вы уже можете сесть с друзьями за стол и попробовать отличнейший ликер, который удивит всех ваших друзей. И здесь, друзья, мы предусмотрели абсолютно все. Во-первых, получится 1,5 литра вкуснейшего орехово-шоколадного ликера. Во-вторых, нам нужно для напитка всего 300 граммов, а здесь у нас в банке 350. Поэтому, даже если ваши дети увидят, что вы готовите этот ликер, вы всегда сможете поделиться с ними нутеллой. Либо сами сделать себе бутерброд, либо сами попробовать ее. И чтобы не терять время, начинаем готовить этот напиток. В первую очередь, на слабом огне нам нужно растопить нашу нутеллу. Открываем. Вот она, друзья, смотрите. Включаю плитку. Так, это очень много. Пускай будет 600. Так, ну я думаю, большая часть банки, смотрите, высыпана. 300 грамм точно здесь есть. А это останется мне на бутерброды. Потихоньку растапливается. Главное, чтобы не пригорало, иначе мы с вами получим, давайте, наверное, даже еще убавим, иначе мы с вами получим горелый ликер, этого, естественно, никому не нужно. Расплавить нутеллу нужно до такого полужидкого состояния. Все, нутелла растоплена. Теперь тонкой струйкой начинаем вливать молоко. Можно вместо молока взять сливки, и тогда наш ликер будет более густой. Лучше всего венчиком это делать. У меня, к сожалению, венчика нету. До состояния вот такой вот жидкой пасты. Так, вроде все размешалось, прибавляем мощность и доводим до кипения. Друзья, смотрите, довели до кипения и выключаем, пока у нас ничего не пригорело. Наша задача была в том, чтобы смешать молоко и нутеллу. Теперь смотрите,
Сахар добавлять мы сюда, естественно, не будем. По одной простой причине, что содержание углеводов в Нутелле 57%. То есть здесь у нас, по сути, уже примерно 170 грамм сахара. А 170 грамм сахара на 1,5 литра, ну, это достаточно нормально. Если будет не сладко, если будет недостаточно сладко, сахара всегда можно будет добавить. Смотрите, какая красивая штука получилась, как в рекламе какао. Все у нас хорошо растворилось. Теперь наша задача подождать, пока эта смесь остынет до комнатной температуры. А затем мы смешаем наш алкоголь и нашу сладкую основу вместе с нутеллой. А пока что подождем. Остыла до комнатной температуры наша масса. Смотрите, вот такая консистенция. Здесь какие-то штуки сверху плавают, типа пенки. Ее нужно хорошо перемешать, поэтому давайте лучше сделаем это миксером. Сначала вольем алкогольную основу. .75 ректификата. А теперь для стабилизации вкуса перемешаем миксером. Все, я думаю, достаточно. Теперь помещаем эту смесь в холодильник на пару часов, а затем обязательно попробуем. Ну вот и все, друзья. Напиток готов, пару часов прошло. Лучше, конечно, подержать пару дней, но не всегда есть такая возможность. Тем более, что я очень хочу попробовать, что у нас получилось. На запах это вещь просто потрясающая. Запах очень похож на Беллис по тому рецепту, по которому я делал. Оставляю вам на всякий случай подсказку в этом видео в правом верхнем углу. Взбалтывать обязательно этот напиток перед употреблением. И давайте нальем. Ой, смотрите, какой тягучий. Несмотря на то, что сахар мы не добавляли, тягучий очень. На вид и по цвету как какао. По аромату. По аромату чистый Беллис. Ванилина добавить и будет Беллис. Кстати, можно и ванилина добавлять, ванильного сахара. Хотя бы ложечку, но можно. А так в целом спирт вообще не проглядывается. Хотя спирта здесь 50%. То есть крепость чуть больше 20. Очень, очень классно. Очень напоминает Беллис, но Беллис такой шоколадный, с ореховым послевкусием. Очень классная вещь. Для меня сахара прям в самый раз. Для тех, кто любит ликеры очень сладкие, для тех можно будет добавить немножко сахара. А можно будет взять просто и ванильного сахара добавить, и будет очень даже классно. Вещь просто супер. Ее можно пить больше. Если хотите сделать гуще, добавляйте вместо молока сливки. Чем более густые сливки вы добавляете, тем напиток будет гуще, соответственно. Чем хотите более сладкий напиток, добавляйте сахар. Но для меня здесь нет ничего лишнего. Здесь прям все четко, все ровно. И пару еще дней я дам, конечно, постоять. А затем, конечно, с друзьями на вечеринке обязательно выпью. У меня все, друзья. Ставьте лайк за это видео. До скорых встреч. Пока-пока.